Ребят, суть видео в том, что мы сидим на этой площадке с Пашей минут 15. Не, полчаса где-то. Ну, может, полчаса. Они мата сказали больше, чем мы за месяц, по-моему, понимаешь? Ну, да. Я тебя сейчас уебу, долбоёб. Как вы ещё? Пошёл нахер. Пошёл нахуй. Спасай свою пизду. Да. Вот это наше поколение растет. Да, вот самый главный у них пацан, вот он сейчас зашел за горку. Пацан, который сидел сверху вот на этой штуковине, он тупо сидел сверху, всех называл долбоебами и материл. По-моему, только один избит. Просто понимаете, что если мы сейчас подойдем и скажем ему, типа, что дадим по губам или, ну, за штишки его возьмем. Да, и нас пошлют, и прибегут бабки, которые сидят сзади нас, поглядывают на нас, и начнется, короче, ор. Но вот это наше просто поколение. Полчаса мата. Не знаю, что-то будет еще интересно. Да, может 7 вообще. Может 8. Вот 7. Они кидаются друг в друга железяками, тупо в голову прям. Какую дичь творят просто. Давай, бей его. Железный дровосек, кто-то что мой мультик. Какая, изумрудный город, или... Мне кажется, сейчас будет трэш, и кто-то кому-то палкой прям в голову даст. Вот я просто жду этого. Не сидят там вроде бы девчонки постарше, вообще ничего им не говорят. А они только поощряют их, по-моему. Смотри, смотри, сейчас ударит. Ну тупо бьет что-то палкой на площадке. Чё, ты? Ты воняй. Вон палка прилетела. Надо забрать ее, чтобы больше не брали. А что мне мешает? Пойдем, я тебе уже. Да, стой, да, стой. А что, блядь, что тут не понятно? Есть. Впереди меня. Позвал. Меня мелкий опередил. Смотри, сейчас мелкий дочки. Смотри, смотри. Снимай, снимай мелкого. Если бы она ему в голову отскочила, я бы даже не пожалел его за это. О, палка. Просто, ребят, понимаете, в чем прикол? Вот они сейчас вот на этих вот качелях сидели в семером. 7 человек вот на этих качелях, да? Качались, раскатывались так, я про качели рассказываю, что раскатывались так, что мам не горю, я думал, эти качели сейчас улетят. Когда мы садимся на них просто посидеть, даже не качаться, прилетают бабки и начинают орать. Вы, что вы делаете на этих качелях? Вы сидите на детской площадке, вам уже по 15 лет, лбы здоровые. Ну, короче, всякую хрень. Я понимаю, дети, ну, как бы мы тоже так играли, но мы не кидались палками друг в друга. И не матерились. Да. Палки тут пускай, не матеряться. Не знаю, что их звук слышно или нет, что они там. Да, ребят. Там пацан палок. Собрали. Арсенал. Сейчас будут кидать бумаги. Просто, ребят, была такая ситуация. Мы остались на ночевку у меня. Сидели, короче, дома, да, ночевали прямо на улице, делали, типа, у костра и это. Сидели в ноуте. В итоге пошли потом на площадку. Это было, наверное, часов 6. Не, 5, да. 5-6 часов. Ну, примерно. Вот. Мы пришли на площадку, тупо сели посидеть вот на таких же качелях. И тут какая-то, короче, женщина, уже такая, как бабка, с собакой начинает на нас орать. Типа, кто вы такие? Что вы делаете на детской площадке? Так время, рано, да, так врано. Сука, только что орали. Вообще, бревно кинет, смотри, бревно подсадки. Смотри, бревно еще кинет, реально. Ну все, вроде прекратили особо орать.
Слышь, придурки сейчас снимаются, ага. Про нас говорят, что да, да, да. Это про нас говорят, да. Девочки, которые сидят, скамейки говорят. Ой, еще один к нам не остановится. Ребят, я прекратил запись. Вы бы слышали. Вот сколько лет это пизде? Или это он был? Нет, девушка, лет 12. Лет 12. Она только что выиграла такую поговорку, которую люди лет 30 не говорят. Годами учат. Да, показывай. Все, успокоились? Еще нет? Пусть еще попиздят. Один уже залез опять наверх. Дима хулит такой страшный, по-моему, было сказано. Про нас, про нас. Сейчас я боюсь, они к нам подойдут. Придется бежать. Убираем, убегаем от малышни. Да, а прикинь, еще и забьют камеру отнимут. Пидор ебаный. Только что, нет, кто-то из них кому-то сказал пидор ебаный. Ну, наверное, нам опять сказали. Пусть говорят. Я не буду еще агрессировать. Посмотрят на себя. Аллах Акбар. Сейчас я тебя побью. Что, факт показал? Язык. Нет. Я не заметил. Сейчас я его побью. И пойду этих девчонок отпилить. А чё вот? Они нас обматерили. Надо пойти прям их лица снять. А там вроде видно уже на камере. Я, всё, не понятно. Я просто с телефона с обычного снимаю, камеру не стал сегодня брать. Даже не ожидали, что такая ситуация произойдет. Мы хотели сегодня поехать в кино на «Оно», но в итоге нас не пустили. Строго 18+, да. Хотя восьмиклассницы или восьмиклассники, короче, эту историю опубликовал, что их пустили в кинотеатр, а нас нет. Короче, такой облом. В итоге сегодня мы просто спаховали в маке. Смотри, смотри, она... У нас кинчик какая-то. Не знаю, чем это. Что он добивается? Что хочет, сейчас я подойду, спрошу. Не, не. Да не, я боюсь подойти, мне кажется, он мне палку сразу по лицу дал. Хитрила косоглаза. Ой, боже мой. Так, парнище иди, так. Я отскочу. Что ты делаешь, а? А если я возьму вот эту и тебя ей ударю? Я отберу. Не отберешь. Дай мне нет. Отошу, дай мне жопу. Я не боюсь, да! Отошу отсюда. Отошу. Просто вот мы сидим, вообще ничего не делаем. Телефон даже беспалевно держим. Позови! Позови! Я сейчас родителей позову, понимаешь? Я просто покажу родителям вот эту аудиозапись и посмотрим, как они будут себя. Я мать его вертел, понятно, позови там мне отца. Просто понимаете, ребят, когда мы как-нибудь сидим на какой-то площадке, мы даже сами как-то не материмся, да? Мы специально, ну, пытаемся не это, ничего такого не говорить. Они! Лет до 10 им нет, просто они больше нас мата знают, понимаете? Это вот поколение. Я даже не хочу прекращать снимать, потому что сейчас будет интересно. Я уверен. Там он сидит, баба. Меня убила фраза «родителей позову». Да, сейчас я приближу. Две королевы. Плохо видно, ребят, сори, телефон. Вон она, выебистая сидит. Там их, нет, там выебистая, если выебистая. Ну хрен с ним, они вместе. Это молчит, по-моему. Родители, вот меня убила фраза «родителей позову». Они себе же хуже сделали. Я свою маму позову, она прыгнет всех вообще, ударит. Всех ударит, короче. Все, ладно, я пока закончу. Ребят, если что-то сейчас будет интересно... Ну да, сейчас. Я напал. На, мудрый пиздец. Нас только что обозвали, как всегда, чмошниками. Не, не как всегда, нас редко обзывают. Ну да. Ой, какие же они творят. Вот, сними ее, вот на самокате. На самокате пизда, которая...
Это... А по-другому никак не назвать. Это она, короче, у них... Она мата знает больше, чем вот эти все мелкие, которые сейчас наверху. Раз в пять. Она только что такие, ну, я уже говорил. Фразы, чистушки. Да, чистушки. Мне с ней даже пришлось парой слов перекинуться. Да. Не, надо, она... Интересно, родители скоро придут? Она сказала такую фразу, которую даже я не знал, там про помидоры, что-то про огурцы, там что-то такое. Ну, кто знает, тот поймет. Мне интересно увидеть их родителей, я прям вот высказал им все в емплой. Раз не следят за детьми, твари, мелкие. Хотя какие не мелкие, что я говорю? Потому что меня моя мать до 10 лет, наверное, я до 10 лет не матерился. А ты ей... Да и сейчас редко, ну, это сейчас на видео. Я матерился, ребят, только, ну, когда начал материться, это на карате, наверное, когда мне было уже лет 12, может, 11. Я с 10 уже прям полноценный. Не, я в 11-12 лет, ну, итог, я так, дурак, дебил, может, что-то такое. Это не мат. И на карате, ну, а мат уже, может, сейчас ближе. Сейчас это уже года 2, наверное, материчество. Что, это делать нечего? Да, мне делать. Сядь, посиди. Ты что, я тренируюсь, потому что мало сейчас к нам... Честно, мало ли к нам человек 3 побежит, и я сразу корягой вот этой троих вырублю их всех. О, за родителями побежали. Да? Я не знаю, ничего, они побежали, мы испугались. Или за родителями реально. Сейчас, если родители придут, всех ушатают. Ты только не включай запись, где я вертел, а то реально ведь нас ушатают. Ну все, самое главное, по-моему, ушли, только это... Да нет, ты что, еще две пизды? Сейчас, может, они придут сюда, ладно, пока. Если родители придут, будет экстренное включение. Да. В итоге ребята не собираются уходить, нет, они опять возвращаются. Один вернулся, другой мальчик подошел опять к нам, показал нам язык, убежал. Говорит, мы хотим мальчик побить. Та пизда, которая была на самокате, чмошки, которая там... Нас там три раза, да, была еще. Она только что проехала мимо нас три раза, специально, как будто типа нам не в лицо, но чтобы мы слышали, но я думаю, вы понимаете. Ну, жаль, как всегда, мотикнулась, да. Сейчас я там избил бы нахуй. Все, ребят, вроде не ушли. Ну вот это наше поколение растет сейчас. Это уже не наше поколение. А говорят, ну да. 2002, а у них там какой-то, ну, да. 2004. Типа, ребят, сейчас поколение. Нам говорят, что типа мы сейчас самые плохие тыры-пыры. Вот посмотрите, что растет поколение. Сейчас, да. Вот что сейчас растет. Ну это ж просто. Они сейчас уходят. Может, мы сейчас за ним пойдем? В итоге, ребят, они пришли обратно. Мы немного перешли. Эти две курицы на самокате сейчас стоят и курят вон там с сигаретой. Я не знаю, было вам заметно. Тупо с сигаретой. 200 сигарет. Им лет, ну, может, 11-12. Я не думаю, что им 13. Они на нас, они крутят нас матом больше, и они тупо еще и курят. Слышишь? Я ору просто. Снимай свои ноги, да. Снимай ноги. Ой. Вот бы их родителям это показать. Просто так бы, с какой гордостью я это бы сделал. Че ты меня снимаешь? Не знаю. Я что, интереснее, что ли? Да. Я с сигой или с наркотой, со спрессом, что-то каким-то Что это за дичь? Ой, ладно, ребят, не будем до них наебываться и докапываться, не будем их снимать. Пусть курят, мотикаются. А мне кажется, они все... Может, их родители как-то увидят. Если что, мы находимся сейчас... Где мы примерно находимся? Мы находимся в Москва, Москва, Люберцы, Октябрьский проспект. Ну, вообще, чтобы знали. Они знают, что ли, люди? Люди знают. Откуда они знают? Мы сидим... Может, мы... Ну, вот надо сказать, что мы. Надо сказать, что мы находимся в Москве, сейчас в Люберцах, в Московской области, в Люберцах. Это Октябрьский проспект, какая-то это. Вот, ребят, если вы их родители на этой площадке, ну вот, я не знаю, я показал вам вроде всех детей. А вдруг какой-нибудь кто-нибудь посмотрит? На всякий случай. Так что вот, ребят. Вон, она плюет тупо. Через это. Что-то не успеваешь снимать. Еще ее сниму. Я не, а как, еще у меня рука, что ли, супер монстр? Так, смотри, все. Ага. Сейчас начнем так капаться. Вот, начнем сразу, скажем, пошла ты, пожалуйста, домой. Ой, кошмар, ребят. Она тупо сидит и плюет. Я пойду на велосипед, Егор. А? Давай, к тебе поближе сюда. Все дальше и дальше от них, чтобы они нас не сделали. Ой, я сейчас сюда встану, но буду их тут снимать. Шик место.
Если бы звуки, ребят, получше записывались, потому что этот телефон тут, по-моему, плохо они пишутся. Я не знаю, вообще слышно их тут маты и визги. Все, ладно, ребят, вот. Как бы. Наше будущее поколение, лучше так сказать. Всем удачи и всем пока. Не будьте такими, как они, и, ну, воспитывайте своих детей правильно, не отпускайте их в такую вот компанию, как там. Короче, ребят, мы уже уходим отсюда. Сейчас мы там расскажем название канала и все такое, чтобы посмотрели на себя. Ты только скажи, предел какого времени ждать им видео, то прикинь, зайдут, потому что она звездёшь и не будут смотреть. Привет, передай! Привет, передавай! На Ютубе себя увидите!